Да полиция. Давай мне корову, он любит его. Вот девчонки пошли купаться, вот выйди сюда. Купаться их нельзя пустить. Нету никого старше 16 лет. Поэтому в деревне живет Катя Глушкова, которая говорила, что после обеда ей удобно. Вот мы сейчас их отправили, они пошли к Кате Глушковой. Если ее уговорят, то оттуда прям сразу идти купаться. А если нет, вернуться домой. У нас записано правило, и мы нарушить его не можем ни при каких условиях. Еще правило было, ну, надо купаться, никого нет. Тогда пошли, я пошел сам с ними. Пришел и лег лицом вниз, там рядом низинка такая-то. Они купаются на берегу, нету, что если случай, чего закричат. Ничего не было, вернулись, покупались. Все равно мы выход какой-то найдем. Галя уехала, и никого больше нету. Никогда не посягайте нарушать наши правила. Они даны нам. Для того, чтобы мы их исполняли и были спасены.